С Нового года в квитанциях об оплате у многих карагандинцев появилась новая графа «Служба спасения». Плата за услуги, о которых жители ничего не знают, небольшая – 80 тенге. Однако это вызвало массовое возмущение среди горожан. За что платить и нужно ли это людям, выясняла Лариса Хусаинова. Прокуратура области и района имени Казабекби при мониторинге средств массовых информации заметила жалобы карагандинцев на новую услугу, которая без их ведома появилась в квитанциях об оплате коммунальных услуг. По результатам проведенного анализа прокуратурой района имени Казабекби установлены некоторые нарушения законности. Здесь необходимо было перед тем, как выставить данную услугу в квитанции, да, вот, сначала заключить службе спасения индивидуальные договора. С каждым, получается, потребителем. Просто фактически завтра потребитель, он не сможет юридически требовать какого-то возмещения за неоказанную услугу. Необходимо заключить договора индивидуальные, а после уже выставлять данную, получается, сумму каждым потребителям. Служба спасения. Для кого и для чего она предназначена? Андрей Придовский, начальник собственной безопасности службы спасения ЧС, рассказал, что они переняли опыт частной службы спасения города Алматы. Фирма существует с 2002 года. Раньше за отдельную услугу по вызову брали отдельную плату. За вскрытие замка машины или квартиры – 6 тысяч тенге. Естественно, с предоставлением документа от владельца. За сбив сосулек с крыши – около 15 тысяч тенге. Мы, значит, решили перенять опыт Алматы. У них с 2002 года, значит, внесены в коммунальную услугу платеж. И мы вот на протяжении года обзванивали наших клиентов, потому что у нас на сегодняшний день где-то около 50 тысяч клиентов. Мы целый год обзванивали клиентам, предлагали им услугу, также предложили, чтобы услугу внесли в единый платежный документ, то есть были не против люди, но то, что мы и сделали. То есть нашу услугу внесли в единый платежный документ. Андрей признает, они не учли то, что необходимо было заключить индивидуальные договора с клиентами. Служба спасения заключила договор только с единым расчетным центром. Но там их ни о чем не предупредили. Прокуратура Казабекбийского района внесла представление об устранении нарушения законности единому расчетному центру. Многие карагандинцы уже воспользовались услугами и остались довольны. Оплатила квитанцию службу спасения 80 тенге в январе месяце, за январь месяц. Сегодня уже февраль, и ребята со службы спасения приехали, отогрели машину, она не заводилась, замерзла. Вот машина завелась, спасибо большое. Заключили договор и будем уплачивать также по 80 тенге в месяц. Довольно такие старые деревья, все сухостой. Мы оплатили 80 тенге, и по 80 тенге весь наш домик небольшой. И нам предоставлена была такая услуга, пилили вот деревья те, которые били по крыше дома и ложились на линии электропередач. Но мы будем работать со службой спасения. Ребята молодцы, слов на ветер не бросают, пообещали, приехали, вот сделали. Фирма службы спасения уже начала составлять индивидуальные договора со своими клиентами. Горожане, которые уже заплатили в январе, при желании могут вернуть свои 80 тенге, написав заявление в единый расчетный центр. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.